Здравствуйте, я Анна. Добро пожаловать в Budapest Real Estate Club, клуб владельцев недвижимости Будапешта. Сегодня я хочу представить вам квартиру, которая продается в 5-м районе Будапешта. Как вы знаете, 5-й район Будапешта является одним из самых престижных районов этого прекрасного города. Что же мы предлагаем сегодня нашим клиентам? Мы предлагаем квартиру, которая составляет 144 квадратных метра, 6 комнат, 2 ванны и 1 туалет. Пожалуйста, давайте я вам покажу, как эта квартира выглядит. Эта квартира находится в исторической части Будапешта и в историческом здании. С самого входа в эту квартиру вы можете увидеть большую, огромную гостиную. Но перед тем, как мы пройдем в гостиную, я хочу показать вам немножко, какие же другие еще комнаты находятся прямо у входа. С левой стороны вы можете увидеть дверь, которая ведет в туалет, а с правой стороны скоро я вам покажу, как выглядит кухня. Давайте пройдем на кухню. Как вы видите, кухня находится в отличном состоянии. Очень классический стиль мебели из дерева. Кухня не очень большая, и у нее, естественно, есть все, что нужно хозяйке, как плита и посудомоечная машинка. Эта комната имеет вид с окном во двор. Здесь очень вкусно пахнет вкусными булочками. Хозяева готовят, у меня аж прямо слюнки текут. Приходите к нам на просмотр квартиры. Вот. И как я уже сказала, с левой стороны находится гостевой туалет. Сейчас я вам покажу. Он в очень модерновом простом стиле. Белые стены, обычный кафель, все, что вам надо. А теперь давайте пройдем в гостиную, я покажу, как все выглядит здесь. Гостиная абсолютно огромная. Что мне очень нравится в этой недвижимости, это то, что у нее есть все оригинальные декорации, которые очень часто вы можете увидеть в Будапеште. На потолке есть лепнина. Потолок, как в очень многих домах Будапешта, очень высокий, составляет 3,8 метра. Эта комната, наверное, составляет где-то 40 квадратных метров. Пожалуйста, посмотрите план, схему этой квартиры и с двумя окнами на улицу. Как я уже сказала, эта квартира находится в одном из престижнейших районов Будапешта, 5-м районе. И это буквально 5 минут ходьбы от парламента, то есть более центрального места в городе вы не найдете. Теперь я хочу вам показать, что расположено, исходя из этой гостиной. С левой стороны вы увидите еще одну большую комнату с столовой, за ней идет основная спальня. А с правой стороны давайте пройдем, я покажу вам, как выглядит гостевая спальня. Гостевая спальня достаточно большая, просторная. Вы можете видеть, что в этой спальне есть окно. И здесь же с правой стороны вы можете увидеть гардеробную, небольшую гардеробную, метра 2 квадратной площади, и гостевую ванную. В этой ванной установлена душевая кабина. Очень приятный цвет кафеля выбран. Такие кораллово-красные тона с немножко испанским элементом декора. Ну, естественно, туалет, ну и все, что надо в этой комнате. Очень хочу вам показать, как выглядит вид из этой спальни. Я как называю это цепь комнат, которая переходит одна в другую. Посмотрите, как уникально выглядит вторая спальня, которая расположена с противоположной стороны этой квартиры. Как я уже сказала, эта квартира в очень классическом стиле. Вы можете обратить внимание, что у этой квартиры сохраненный оригинальный дубовый паркет.
Это очень большой бонус, потому что мое личное мнение всегда очень хорошо, когда оригинальный паркет сохранен. Давайте пройдем теперь в эту комнату. Это у нас столовая. У нее тоже оригинальная вся декорация, абсолютно потрясающая лепнина прошлых столетий, которую хозяйка решила сохранить. Это достаточно большая комната. У нее есть дверь, которая ведет в другую часть квартиры. Но другую часть квартиры я покажу вам немножко позже. А вот здесь вот вы можете видеть тоже одно большое окно. Квартира очень светлая, с видом на небольшую улицу 5-го района, то есть она достаточно тихая. И сейчас я хочу перейти к основной спальне. Я прямо влюбилась в эти декорации с высоким потолком квартиры, всегда создают дух наследия этих квартир, как мы понимаем. Эта спальня, у нее тоже одно окно. Окна из дерева, как и дубовый паркет. И для всех любителей картины искусства, я считаю, что здесь просто очень классно повесить какие-то очень красивые картины. И из этой же спальни есть дверь, которая ведет в ванную комнату. Ванная комната, кафель в бирюзовых светлых тонах, немножко с декором. Она достаточно обширная, ванная достаточно большая, с огромным окном. Просто наслаждение, чтобы релакснуть после продуктивного дня в Будапеште. Естественно, эта ванная комната тоже имеет туалет. А теперь давайте пройдем в отдельную часть этой квартиры. И я покажу вам еще дополнительные комнаты, которые здесь есть. Как вы видите, из ванной комнаты и из коридора этой квартиры, с входного коридора этой квартиры, и из комнаты, столовой комнаты, есть отдельная часть с прекрасным коридором. И здесь две разные комнаты в этой части. Первая комната – это кабинет, рабочий кабинет. Это мечта любого владельца квартиры – иметь свое тихое, спокойное место, где ты можешь уединиться и насладиться комфортом, сконцентрироваться на своих поставленных задачах и делах. Также эту комнату я представляю как комната для деток, если они у вас есть. Пожалуйста, думайте, как вы хотите сами спланировать. Сделать, может быть, перепланировочку небольшую. И здесь еще одна комната. Эта комната – это гардеробная. Тоже мечта любой хозяйки – иметь свой гардероб, где можно разместить все свои вещи, туфли, аксессуары и так далее. И, как я сказала, из этой части можно перейти в столовую. Я хочу еще поделиться небольшим секретом по поводу этой квартиры. Эта квартира не просто люкс, в которой очень приятно находиться и жить самому. Эта квартира – прекрасная возможность для инвестиций, потому что, делюсь с вами секретом, у этой квартиры есть арендатель, который уже снимает эту квартиру очень много лет по очень прекрасной цене. Если вы рассматриваете возможность инвестиций в Будапеште, обращайтесь. При покупке этой квартиры есть возможность оговорить условия передачи контракта арендателя новому владельцу. Спасибо большое за внимание. Жду ваших комментариев, обращайтесь, не забывайте лайкать Budapest Real Estate Club.